Этой весной взгляды ивановцев были обращены к небу. Март подарил горожанам целую серию красивых, а главное редких природных явлений. Полярное сияние, солнечное затмение, соединение Луны и Венеры. Все это ивановцы не только наблюдали воочию, но и снимали на фотокамеры. Интернет пестрит различными снимками небесных явлений. В связи с этим Ивановский музей камня объявил о проведении любительской выставки фотографий «Ближе только звезды». Экспозицию откроют осенью. Но присылать фото можно уже сейчас. Лучшие кадры будут представлены на всеобщее обозрение. Мы приглашаем на участие выставки всех, кто фотографирует звездное небо, космические объекты. А я знаю, что в городе у нас таких немало. Вот. И, в общем-то, для них это будет шанс показать свое мастерство. Во-первых, выставка задумывается как хорошее большое такое мероприятие. Во-вторых, она должна привлечь внимание к, опять же, к астрономии. Информация о выставке у нас выложена в группе ВКонтакте, группа астрономии Ивановской области. Вот там все условия приема фотографий, все расписаны.